Всем привет, дорогие друзья! Если мышцы груди не растут. Несмотря на свою популярность, на мой взгляд, жим лежа не лучшее упражнение для грудных мышц. Особенно если верить непокрытым мхом мифам бодибилдинга, а исследованиям на основе АМГ. Но это вовсе не означает, что вам нужно от него отказаться. Причина, по которой вам все-таки стоит делать его, скорее не в том, чтобы накачать грудь, а в том, что такие мощные комплексные упражнения, как жим лежа, значительно повышают концентрацию тестостерона и гормона роста в крови. А это поможет вам увеличить мышечную массу по всему телу, а не только накачать грудь или трицепс. Поэтому, если ваша цель накачать грудные, продолжайте делать жим лежа. А для более точечной проработки грудных добавьте пару упражнений на изоляцию. Вот два замечательных упражнения. Жим от груди в кроссовере стоя. В этом упражнении грудные мышцы находятся в состоянии постоянного напряжения. А напряжение – главный ключ к гипертрофии. Так как трос расположен выше уровня плеч, грудные должны проделывать серьезную работу, чтобы удерживать их внизу. Работают малые грудные мышцы и выталкивать их вперед, большие грудные. Следите, чтобы ваши локти двигались строго вперед и назад. Жим гантелей лежа на скамье с небольшим углом наклона. Слово «небольшим» в названии этого упражнения есть решающим. Установите на наклонной скамье самый низкий угол наклона – 10-15 градусов. Таким образом, вы получите самый большой диапазон движения, естественную траекторию движения рук в локтевых суставах и максимальную стимуляцию как грудных, так и подключичных мышц. На мой взгляд, жим гантелей – это просто бомба, упражнение для мышц груди. Еще один плюс его в том, что под таким углом наклона вы сможете использовать приличные веса. Накачать грудные непросто. Для этого нужна специальная программа и годы работы. Но результат того стоит. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!